Всем привет! Сегодня выехал поработать. Вот тут уже что-то попалось. Так, ну это понятно, это не то. Хотя, смотрите, какие камушки красивые. Из них можно что-нибудь сделать, наверное. Я даже не знаю, что это такое. То ли это бусины. Нет, какие-то обычные. Ну, в общем, смотрите, здесь сколько кофе стоит. Ну, вообще, кофе это не кофе. Не, ребят, это вообще шоколад. Ну, придется оставить, такой мне не надо. Доехал до просрочки. Ну, это вот два вот этих, откуда-то из-под низа, он еще курица воняет. Достал. Ну, здесь вот, смотрите, вот сверху сейчас достал такой мешок. Вот жалко, кофе все рассыпали, сволочи. Смотрите, сколько кофе. Оно все рассыпает. Ой, блин. Так, а больше здесь. Сейчас я... Это, кстати, откуда даже из магазина. Ну, я просто тут вот, смотрите, булочки какие-то. Сейчас посмотрим, что это такое. 96 часов, срок годности. А дата 8.07. Я думаю, они еще пригодны. С творожной начинкой. Короче, ребят, не знаю. Сейчас вот таких булочек возьму. А сколько их тут есть. Вон они, по 140 рублей. А кофе уже все никак не соберешь. Ну, кто хочет, может лопатой так прийти, собрать. А. Хотя, возможно, она уже готова. И сейчас еще в мешка там посмотрю наверху, может, что есть еще. Попала сейчас дорожная сумка. Ну, это у нас вещи туда складывать, пополам складывать. И очень хорошая сумка, я посмотрел полностью, целая. Ну, дома посмотрим. Смотрите, какое чудо я сейчас нашел. Фарфоровый мишка олимпийский. ЛФЗ, по-моему, цена 4,50, знак качества еще, ну, как я вижу, сколов нет, ничего нет, сейчас аккуратненько уберем, но почему-то я не знаю, я вот тут смотрю, а что-то больше тут ничего нет, здесь вот огурцы, но они уже давно испеклись, а нашел я его прямо здесь, лежал этот мишка. Ну это все с контейнера, вот. Короче, ладно. Пожалуйста, ребят, прям сверху. Пашечка. Пашечка, что? Отбеливатель. Ну, короче, как порошок, я думаю, пойдет. О, тут эта стройка идет. Так, вот он второй порошочек. Если... Копнуть коробочку, может, там еще и третий выпадет. Нет, больше не упадает. Ладно, забираем, что дали. Обувка. Нет обувки. Вот, вот это вот есть, но только один. Что у нас еще? А, сапоги. Так, ну смотрите, кто-то вот здесь что-то все разворошил. Я даже не знаю, есть вот что-нибудь или нет. Что-то из косметики там пустое. Еще что-то. Вот это вот. О, это весы. Ну, в таком состоянии весы не надо. Ну, раз тут тоже ворошили, значит, и я не буду ворошить. Из продуктов сегодня было найдено вот это вот курица терияки соус. Но самой курицы жалко пока нету, но я думаю, еще курицу найду. Потом вот такие вот, как их назвать, блинчики. Блинчики у нас вот с творогом,
с вареной сгущенкой, с творожной начинкой, одна с мясом попалась и одна с яблоком. Далее кусок сыра президента, очень даже замечательно, по срокам, кстати, нормально еще. Немного картофана, ну это горчичка и соевый соус. И вот это вот я, честно сказать, пока не понял, что это. Оно полностью в идеальном состоянии. Но, как я думаю, это у нас грейпфрут такой. Он полностью запечатан. И таблички у него нету. Ну, скорее всего, грейпфрут, а может что-то и другое. Ну, как-то кто-то зеленоват там кажется. Что-то. Ладно, короче, вскрытие покажет, что это такое. Немного медяхи попалось на эту общую кучу. И сейчас там еще остальное посмотрим. Найдены детские тапочки девичьи. Как видно, состояние очень даже хорошее. 29 размерчик. Вот, кстати, от них даже и бумажка здесь. Вот она. То есть они стоили 1590. Вот они. Прямо в пакете они стояли. Потом вот такой вот лишка олимпийский. Вот он, ЛФЗ там. Мишка. Очочки. Ну, очочки я даже не знаю. Я посмотрел, вот они, мисс или как их там. Низ. Очочки. А, вот такую вот здоровую шахматную доску. Я уже посчитал, все шахматы на месте здесь. Такие немножко потрепаны, конечно, годами-то. Не знаю, возможно, удастся продать такие. Так, и вот такую вот еще дорожную сумку. Но туда, как я понял, кладутся вещи вовнутрь. Здесь даже крючок есть. А, ну крючок я вам сейчас покажу. Там есть крючок. Короче, туда вовнутрь кладете вещи. И вот так вот он складывается. И вот так вот несется. Отличный чемодан. Пока не знаю. Я еще, честно сказать, почем такие можно продавать, я не знаю. Я еще не разобрался даже, что это за вид чемодана. О, кстати, от него ремешок. Это чтоб на шею. И вот крючок, чтобы вешать. То есть весь в сборе. Единственное, он был немножко запылен. Я его протер тряпочкой. Все, стал как новенький. Ну, я сейчас думаю еще сходить, пока вот погодка нормальная. Думаю, может еще прогуляться. Для тех, кто хочет со мной связаться, вот моя главная страничка, это YouTube, да? Ну, как бы вот, мое видео, вы его посмотрели. И вот здесь вот кнопочка видно, написано еще, нажимаем эту кнопочку. Магазин от мусорщика ВК, нажимаем на ссылочку. И вы переходите... Так, вот вы переходите в мой магазин. Вот тут как бы все товары, вот они, пожалуйста. Ну, тут как бы не все, но все равно есть. Так, это выключаем. Далее идем. Вот она еще ссылочка, мои продажи на Авито. Нажимаем на ссылочку. Переходим на Авито. Так, ну это товар, ладно, уже продан. Но... И далее вы можете посмотреть. Вот, нажимаем на сам Николай. И тут вот, пожалуйста, все товары. Листаем, смотрим. Все. Всем, кому понравилось, ставим лайки, пишем комментарии. Ну и обязательно подписываемся. До свидания. Забыл вам показать две пары порошка. Ну, я называю это порошок. А тут написано отбеливатель. Ну, я думаю, какая разница-то. И вот тут какие-то коврики икеевские. Я даже пока не понял, что это. Короче, если его почистить хорошо, можно на стул его класть. Для чего они еще нужны, я пока не знаю. У нас здесь пол бака вещей. Вон, смотрите, какие куртки. Пуховички, ну, уже подуставшие. Хотя, насколько я вижу... Ну, смотрите, тут, наверное, не одни вещи. Даже не знаю, как в этом
Короче, кто-то балкон перекрывал. Так, иди сюда, что там здесь. Да нет, скорее всего, тут вообще ничего нету. Все мешки повскрыты. Короче, едем дальше. Куча ненужного постельного белья. Ну тут, ну да, только один. А, вон еще голубь сидит. Вон, все, видите, как раскидано. Вон еще какие-то тряпочки были. Ручная работа, наверное. На ней, не знаю, что это такое. Мешочек счастья какой-то. Как бы не думайте, я тут ничего не раскидывал. Вон, видите, оно тут все связано. Вон, сколько постельки тут. Покрывал есть. Чё? Короче, ничего тут нету. Вот она, находочка хорошая. Один у нас Panasonic, а второй Эленберг. Ну, здесь что-то крышка закрывается. Как бы заберем на проверочку-то. По пути пока шел, немного вкусняшек набрал. Вот слоечка, такая слоечка. Так, там рулетики. Так, это булочка с этим сыром. Это так, бекон, сыр. Так, это яблочная какая-то. Так, вот с сыром, вот с сыром. Так, это тоже бекон, сыр. Так, еще одна. Яблоко. Вот такие два рулетика попались. Вот такие вот. Это у нас, короче, не знаю, что это. Пирожные корзинки попались. Потом упаковочку. А, огурчик взял. Кстати, огурчики, смотрите, абсолютно свежие все. Взял еще помидорчики. Но помидорчики тут надо перебрать. Если тут свежие окажутся, тогда сегодня салатик себе сделаю. Как раз уже жарю себе картошечку. И вот пойдет салатик. А, вот еще пирожное забыл. Одно пирожное попалось. Какое-то. Вскрыл я эту большую штуку. Ну, попробовал. На вкус как обычный апельсин. Не знаю, думал грейпфрут. Ну, да нет вроде. Апельсин только. Смотрите, какая кожура-то у него. Ну, будем есть, что. Попалось мне сейчас немного солений. Ну, как бы пару баночек я обязательно заберу. Так, вот это уже плохая какая-то. Хотя они, по-моему, все уже плохие. Не, ну вот это. Вот эти вроде получше. И здесь еще вот такая вот штука. Написано какая-то музыкальная. Я уже посмотрел, она там в коробочке есть. Но насчет этих я даже не знаю. Вот эту вот, если только взять, посмотреть. Вот еще тут. Ну, они вон уже какие-то. Так, это я вообще не знаю, что это такое. Ладно, сейчас еще. Коробка конфет попалась. Это у нас как его? Мерси. По срокам я пока не вижу. 07-22, по-моему, да. Но она, судя по всему, запечатана. Ну, здесь слегка распечатана. Вот так тяжеленько все забираем. Здесь еще вот кто-то одежду раскидал. Вот какой-то пиджачок. Или что это, я не знаю. Это у нас Остин. Да, вот он, Остин. И плюс еще вот и в той мусорке там тоже он. Всякие вещи какие-то лежат. О, это... Ну, до туда я уже не дотянусь. Попала сейчас целая бутылка Mobile. Вот такая вот. Я посмотрел, она там нормальная. И вот здесь вот 4 вот такие вот штуки какие-то попались. Я вот не могу понять, целые они, не целые. Но вот это вот уже, да, немножко грязновато. Остальные все чистые, в идеальном состоянии. Как бы не знаю.
Я их возьму, дома гляну вообще, что это такое. Чоботы, целый пакет. Так, сейчас чоботы посмотрим. Здесь вот, кстати, сумочка такая. Она оригинальная. Какая-то Кларк, что ли. Вот там вот Кларк, по-моему. Как бы, единственное, надо ее высушить. Сейчас посмотрим. Давайте теперь с этим, что у нас тут есть. Так, какие-то вот такие вот. Ну, ты, ну, вроде целые. Так, вот еще там какие-то, еще какие-то. Так. Мусор. Короче, здесь все, как я понял, на большой подошве. Так, палочка. Все такие вот маленькие какие-то. Тапочки, блин. Вот такие вот топотолки есть. 36-й. Маленький. Короче, это не будем брать. Попал сейчас чудный ГДР-овский набор. Так, ну вот это вот большая что-то. Чайничек. Сахарница. Там поменьше чайничек. Тут блюдце вот есть. Кружечки тоже есть. Вот, если кто видит. Ну, как бы надо это как-то аккуратненько все сейчас забрать. Такой набор стоит точно. По продуктам сегодня было найдено. Вот такая вот куча черешни. Уже все перебрал, все ненужно выкинул. Это у нас, судя по всему, персики. Я, кстати, уже наелся. Вот эту баночку я все-таки взял, пока не открывал. Думаю, вечером открою, посмотрим, что там внутри. И вот коробка Мерси. Она, кстати, была запечатана. Вот я тут ее все распечатал. Вот, пожалуйста. Ну, одной штучки уже нету, я уже опробовал. Очень даже замечательно. И по срокам я вам скажу. Она еще свежая. Вот он срок. 14.07. То есть не знаю почему. Абсолютно целая коробка конфет. Сейчас куда-нибудь пересыплю, да и все. И по Ютубу, ребят, тут многие спрашивают, да, как бы вот платья сейчас мало, да, но суть не в этом. Как бы вот он канал, он как бы еще и рабочий, пока не отключили. А, кому интересно, вот у меня еще есть Дзен, уже 5.29 подписчиков, то есть прибавляется. И... вчера вот загрузил вот этот Рутуб, ну что-то вот со вчерашнего дня видео ни одно еще не грузится, не знаю. Ну, на вот эти два канала я оставлю ссылочку под, то есть вот нажмем под моим видео. Так, сейчас попробуем. Вот мое видео, допустим, да, как оно тут работает. И вот первым комментарием я оставлю свои ссылочки на Дзен и на вот этот Рутуб. Можете заходить туда, и буду выставлять там видео тоже. По магнитофонам. Первый вот Panasonic. А, у него радио работает. Ну, как слышно, работает. Звук работает, все работает. А здесь у нас, там, походу, слетел пастик. То есть, если включить... слышно, вот звук идет, но ничего не крутится там. Даже вот перемотку включаешь, тоже звук идет, но ничего не идет. Здесь, походу, слетел пастик. С этим вообще ничего не понятно. Вот сейчас пишет, нету кассеты, ну как бы кассету можно вставить. Ну, в общем, здесь нету вообще звука. Вот можно даже радио включить. Вот радио есть, звука нету. Ну, такого микрофона у меня точно нету. Короче, здесь нету звука, плюс он не играет кассету. Короче, его как-то на разбор, плюс крышка, как видите, тоже не закрывается. Отдам за недорого. Смотрите, какие чудные помидорки. Оранжевые какие-то.
Возьму три упаковочки, такие я еще не пробовал. Тут вот смотрю, сразу спать можно. Смотрите, здесь и подушка. Не, подушки на ней нету. Одеяло, постелька, трусы какие-то. Ну, я тут пакетик тоже с вещами какой-то цепанул по дороге. Сейчас прям здесь его быстренько взгляну. Так, ну вот постелька вроде. Так, наволочки. Кстати, наволочки хорошие. Так, ну эти наволочки уже плохие, здесь оставим. Вот эти вот просто красивые. Возьму. Так, это что? Вот еще одни наволочки. Вот тоже красивые наволочки. Ну, ладно, в принципе, не буду брать. Так, две куртенки, ну, видно, уже убитые. А, ничего нету. Не, это вот это вроде. Не, тоже убитая. Короче, нифига тут. Нет? Ну, что это такое? Так, и вот еще. Тоже опять две наволочки, смотрите. Не, вот эти две возьму. Тут вот еще что-то попалось. Ну, здесь уже вроде поинтереснее. Так, ну молоко. Молоко, наверное, точно не будем брать. Хотя, если оно свеженькое, ну, ловушка. 19.03. Не, оно уже давно не свежее. Ну, просто вот вещички смотрю, смотрите. Сейчас глянем. Что-то вот вроде белая кофточка красивая, там картонка какая-то. Так, а тут коробка грязная. Ну, тут что-то туфличком отдает. Ну да, тут что-то все подгнило. Так, ладно. Сейчас попробуем здесь. Вот свитерок, кстати, смотрите какой. Ну ладно, пока оставим. Вот сейчас прям так высыпет. Мне кажется, тут тоже ничего нет. Ну да, тут тоже ничего хорошего. Тоже все убитое. Ладно, валим отсюда. Куча готовой еды. По срокам я не знаю, что тут. Но даже когда... Ну, вот это вот можно взять. Шашлычок вроде как. Ну, смотрите, по салатику, в принципе, нормально. Так, что тут еще есть? Так, это макарошки с чем-то. Как бы... Так, каша. О, рыба. Или что это? Не знаю, что это такое. Так, вот еще салатик. Так, ну вот эти три я возьму. Больше мне тут. Вот это что еще? Так, это я не знаю, что. Каша какая-то. Не знаю, попалось что или нет, но смотрите, вот уже такое радио. Какое-то странное. Непонятно. Так, его по-любому забираем. Так, вот вижу какую-то бритву советскую. Сейчас еще чемодан тоже целый. Так, ну здесь целая куча проводов. Да, целая куча проводов, возможно, что-то еще. Короче, все, что будет, сейчас заберу и дома глянем. Но чемодан брать не буду. Пришел я домой. Вот такая вот кучка вышла. Сами видите, сколько тут радио.
Ну, обо всем по порядку. Начнем с самого главного. Это у нас еда. Так, что у нас есть здесь? Вот такая вот тарелка трюфелей. Ну, я попробовал, но мне такие не понравились. Там внутри вишня. Я такие не ем. Три вот таких вот помидорок. Ну, кстати, я что-то посмотрел. Здесь что-то даже плохих я не вижу помидорок. Но все равно буду вскрывать, промывать и смотреть. Так, сейчас я тут пролезу. А то понаставил тут. Далее немножко кофе тут. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, я уже попробовал. Очень даже ничего, кофе нормальный. Вот такие вот взял. Это вроде как на шашлычок похоже. Но я точно не знаю, что это. Возможно, котлетки обычные. Потом, как видно, вот салатик себе взял. Кстати, салатик уже вздутый. Надо, наверное, выкинуть. У меня вон. Еще там огурчики остались. И вот это вот что-то с макарошками. Далее. Супчик-звездочка. Ну, я, скорее всего, завтра себе супчик приготовлю. Два таких супчика, да? Потом вот чашечка вот такая. И такие вот очень вкусные. Крупа пшеничная, булгур. Я, кстати, вот не знаю. Мне показалось, это рис. Но это какой-то булгур. Я даже не знаю, что это такое. Ну, похоже на рис. Не знаю, вкусно это, не вкусно. Один дошик попался. Какой-то. И вот это тоже, думал, горох какой-то. А это у нас, сейчас я вам скажу, что это у нас. Это у нас какой-то маш, очищенный желтый. Что такое маш, я тоже не знаю. Так, ну по идее все пока. Сейчас вот к этому перейдем. Ну, начнем здесь по порядку. О, латунька была найдена. Две вот такие вот наволочки взял. Это сейчас в стиралку сразу пойдут. Вот такой вот шмат. Это у нас телевизионный кабель. Я не знаю, он какого-то, по-моему, нового образца. Там медиахи, наверное, не совсем, не очень много. Ну, смотрите, какой здоровый рулон. Так, ну вот это вот тоже переходничок какой-то на машину, по-моему. Тоже старого образца. Ну, на медиаху пойдет. Идем далее. Это вот коробочка от этого. Это у нас оказалось радио. Ну, смотрите, я включаю это радио. Как бы вот оно работает, но звука почему-то нету. То есть я уже звук тут прибавлял. Где-то он тут, вот он, прибавляется звук. Ну, как слышно, ничего не играет. Алло, играй! Ну, я не знаю, как он действует. Короче, звука нету. Хотя радио, вон, видно, работает. Так, дай выключить. Так, это выключаем. Ну, одна машинка. Кстати, какая-то, по-моему, смотрите, номерная, коллекционная, что ли, я не знаю. Porsche какой-то номерной. Маленькая, но номерная. Не знаю. Масло Мобайл. Целый флакон. Это у нас ваниш. Кондиционер, ополаскиватель для белья. Кстати, вот как раз пойдет. Очищник. Вот такой вот какой-то. Ручка Паркер. Но это не ручка, это перьевая ручка Паркер. Вот такая вот зажигалочка железная. Пока не заправлял, не знаю. Вот по этим колесикам. Ну, я даже не знаю, бэушные они или не бэушные. Как их проверить, я не знаю. Здесь еще, здесь еще вот такое есть. Одно колесико вот такое есть. Ну, то ли это вот масло там грязное, то ли что. Ну, вот смотрите, следов износки как бы нету. Или есть, я даже не знаю, как они должны выглядеть. Вот такие вот несколько коробочек. Так, здесь все, идем далее. Так, ну здесь, ну здесь я просто вот из-за ручек взял. Вот смотрите, вот такие вот ручки пригодятся. Так, ну вот это тоже типа поводка что-то тоже пойдет. Идем далее. Какая-то ручная швейная машинка.
Как и пользоваться, не знаю. Там вот внутри моточек ниток лежит. Короче, какая-то ручная швейная машинка. Ну, вот видно, посередине тут дужка пробита. Короче, как пользоваться, не знаю. Вот здесь еще ниток в придачу чуток. Фотовспышка. Ну, смотрите, она что-то стоила 7300. Я даже не знаю, что это такое. Ну, это каких времен еще. Ну, какая-то фотовспышка. Панасоник. Ну, это у нас вот это вот. Что это такое может быть? Какая-то приспособа. Ну, как бы можно даже глянуть, посмотреть. Вот она. Вот такая вот штука какая-то. Короче, это свет, по-моему. Свет на камеру. Я думаю, так. Вот тут типа аккумулятор еще какой-то. Ну да, что-то. Короче, непонятно, что это. Ладно. Ну, две кассетки. Вот одна провинция. Ну, кстати, мы сейчас послушаем вот эту провинцию. И одна вот такая. Ну, это я не знаю, что там есть. Так, давайте начнем вот с этого аппарата. От него коробочка, вон она есть. Название вот, где-то здесь. Ну, моделька не знает. Кому интересно, потом посмотрим. Ну, в общем, это у нас оказалось как бы рабочий. Работает от 6 ватт. Ну, плюс еще батарейки там вставляются. Вот блок питания вот такой вот. Но блок питания у нас вон от той штуки. Так, в общем, что церемонится. Давайте сразу воткнем. Так, воткнул. Ну давайте сначала музыку. Чтоб YouTube не заблокировал, сейчас что-то перемотаем. Короче, это у нас провинция какая-то кассета. Так, ладно, выключаем это. Радио здесь тоже работает. Ну, короче, вот, как видно, его только настраивать надо. Ну, короче, не буду расстраивать. Короче, эта штука у нас полностью рабочая. Отключаем ее. А, далее. Так, пока в сторонку эту штуку уберем. Зарядничек пока тоже уберем. А, первая Сонька. Тоже коробочка. Вот от этой коробочки Сонька. Ну, кстати, по этим Сонькам я посмотрел. Модельки вот эти, они что-то стоят. То есть можно продать их, в принципе, нормально. У них цены разные. Первая Сонька у нас рабочая оказалась. Так. А, извиняюсь. Я просто не включил тут. Сбилось уже все. Ну, короче, понятно, работает. Продолжать не будем. Так, это тоже в сторонку. Ну, по этим, да, по этим моделькам еще надо посмотреть, потому что вот, смотрите, сама полностью коробка. Вот она моделька. Они бывают дорогие. По этой штуке, это у нас VF21. Пробовал, у него свой шнур тут где-то лежит. Попробовал, ну, никаких признаков не выдает. Ну, как бы, в крайнем случае, я думаю, можно и разобрать. Я думаю, в нем... радиодетальки какие-нибудь будут. Скорее всего, должны быть. Ну или вот здесь вот вход сломан, я не знаю. Я как бы два шнура сюда втыкал. Но что-то ничего не выдает. А, это радио. Вот еще Сонька, только уже моделька чуть другая. Ну эту Соньку сейчас откроем, тоже попробуем проверить. Вот по этой штуке.
я не знаю, как она вообще действует, как она работает. То есть, если прислушаться, там что-то какие-то звуки выдает, но ничего не играет. Вот, приемничек вот такой вот. Ну, короче, возможно, тоже подлежит ремонту. Как подстригательная машинка. Полностью рабочая. Так, где она тут включается? Вот, пожалуйста, слышим, жужжит. Выключаем. Проверили. Так, давайте сейчас вот этот открою и этот проверим. Ну, как видно, аппаратик тоже работает. Вот от него коробка тоже, модельку я вам уже показал. Сонька, замечательно. Кстати, они, если посмотреть, они даже, смотрите, похожи. Только один побольше, один поменьше. Они даже сзади похожи. То есть вот здесь вот крышечка такая есть, на том такая же крышечка есть. Только это от двух батареек работает пальчику, этот от трех батареек работает. Так, ну в общем, выключаем. И что у нас осталось? И остался у нас вот такой вот рижский фарфоровый завод. Ну, как видно, здесь полностью набор, сколов нет, ничего нет. Здесь 6 кружечек, 6 тарелочек, то есть полностью наборчик. Так, я, по-моему, все показал, да? Да, все показал. Ну, в общем, вот это я по интернету спросил, сколько стоит. Говорят, 3-4 рубля стоит. Ну, я выставил в интернете за 3,5 рубля. Я не знаю, может, кто и возьмет. Потому что довольно интересный такой наборчик. Так, ну, на этом все. Сейчас тогда буду выкладывать видео. Ставьте лайки, пишите комментарии.